Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня в видео этом хочу показать вам, как с любого изображения удалить фон, например, из фотографии JPNG формате сделать PNG формате. Или в этом же сервисе также можно удалить фон старый и заменить его на новый, смотря кому что надо. Но я этот сервис использую для своих дизайнов, там, для продуктов, куда я загружаю. Там на eBay, туда-сюда, вот на продукты через Printful, Printiful я загружаю туда с этот дизайн, например, ну маленько его изменяю, там что-нибудь подписываю, чтобы был более такой оригинальный, авторский, и все, и на продукты он самое то. Вот видите, как показано, вот фотография такая, потом она изменяется на PNG. Я сейчас переведу этот сайт на русский, чтобы почитали, о чем он. Вот, удалить фон изображения автоматически и бесплатно. То есть все просто загрузили, удалили фон, можно его заменить. Тут сервис предлагает фоны свои, заменили, какой вам надо, и все, и скачали для своих нужд. Без всяких программ там тяжелых, которые компьютер грузит, там Photoshop и всякие платные программы, все бесплатно. Если у вас нет своей картинки, для примера, хотите попробовать, вот тут есть лишние дизайны, несколько, вот тут, больше, конечно, чем здесь показывается, все, удалили фон, загрузили свое изображение, вот на примере показано, как вот человек в фоне кирпичной стены какой-то, а вот он просто в формате PNG получается, вот можно на новый фон заменить, можете также свои фото фон убрать и заменить на фон другой, и все, и фотография абсолютно другая. Люди, продукты, вот для маркетинга, для объявлений, там, листинги, когда выставлять можно товар, убрать фон у него. Животные, вот как получается. Автомобили, графика. За 5 секунд это так, действительно, сайт прикольный. Я вот раньше сам искал, как можно фон удалить на картинке какой-то и сделать ее сразу автоматически в формате PNG. Все, вот, а то раньше в фотошопе тоже мучился долго все это, а здесь загрузил, хопчик, готово. Качество вот на примере показано, все моментально и бесплатно. Они интегрируют с всякими приложениями, там с сайтами, как наподобие e-commerce, приложение, там программное обеспечение, фотошопы, можно его в фотошоп как-то там синтегрировать, но я не пробовал в самом фотошопе все это делать, но это кому надо, тут разберется, будет делать. Вот тут для электронной коммерции, для СМИ, для фото, для всего. И вот у них функция появилась, раньше такого не было, я сам не замечал. Вот удаление фона на видео. Можете так свое видео, там фон заменить на нем, удалить какой-то фон, переделать, то есть прикольно стало. Не знаю, где такое еще найти. Еще и бесплатно. Все бесплатно. Вот точно. Раньше, ну, в основном делаю, да, экран, чтобы фон экрана изменить на видео, там занавески эти зеленые делают, там потом меняет фон, фотошоп, все это долго. Тут сразу заснял видео, как тебе надо. Загрузил этот сервис, убрал фон, поменял, и все, вот тебе видео новое. Вот на примере показано. Вот. Прикольненько. Можно просто видео сделать без всякого фона, на какой-то особенный предмет, и все. Если, например, засняли где-то неудобно месте, и все, убрали, хоп. Ладно, я сейчас покажу на этом, на фото, ну, на картинке я уже загрузил с Яндекса, там картинку взял тигра на фоне леса. Сейчас удалю с него фон и оставим одного льва. Ой, тигра, блин. Ладно, вот у меня есть. Все автоматически и быстро. Вот такой у меня. Вот оригинал. Вот фон, все. Так, тут есть одна деталь, то есть если без
платно все это делается, то размер изображения там, в пикселях, он поменьше получается. А если полное там изображение, ну, побольше, ну, в два раза больше, то тут вроде платно. Там какие-то копейки, там рубли, там где-то, кому надо, тут заплатим. Но я делаю так, бесплатно скачал, например. Все, у меня есть эта картинка. Потом перехожу вот на этот сайт. Я все под видео оставлю. И загружаю, например, сюда. Вот у меня уже есть готовый тигр. Все. Мне там на футболку, там дизайн для футболки, например, мне нужен. Я по 3500. Так. 3500 сделаю. Пиксели 300 делаю и формат PNG. Все. Сейчас он мне сформатирует нужный размер фотографии. Все, когда получилось, буду не совсем точно. Но это по чтобы очертание там была функция указывала, чтобы это при сохранении фотографии не растягивалось. Ничего, вот система посчитала нужным сохранить в таком качестве, чтобы, ну, были пропорции более одинаковые, равномерные, не искажалось фотографию. Также скачиваю. Все, скачивается. Сейчас посмотрим, что получилось. Все, оно изображение такое же, только там пиксели все побольше, чтобы это на продуктах для дизайна куда-нибудь использовался вот, в нормальном расширении. Я все эти ссылки оставлю в описании под видео. Здесь редактировать. Вот о чем я говорил. Вот настоящий у нас был фон. А мы можем заменить на другой фон. Ну, давайте вот. Поиграться, поэкспериментировать с любым с любым объектом. Можете и с собой ваши фотографии переделывать. Там. Можно просто цвет. В общем, вас скачал, кому как нравится. Дизайны можно всякие делать. На любом фоне более авторское делать изображение. Ну ладно, вот и все. Комментируйте, оценивайте видео, задавайте вопросы, подскажу, что смогу. Всего всем хорошего. Подписывайтесь. До свидания.